Тимка Ульянов. Гонял оленя. Там же фамилия Ульянов. Купил Opel Omega B. Замазал ее там, все поклевал. Антистатиками обвешал, блядь, светофотами облепил. Все, поехал на вторую. Вторую пятницу отдал на рынке. Радостный пиздец. 30-ку прикурил. Просто счастье у меня просто было нереально. Давно? Давно, конечно. Я еще на мазе только собирался ехать в деревню, помнишь? Гарки работает больничный. И вот это. Пока уголь за вами горит, там эти всякие опели, угадывай, всякие шпаклины. Ну, человек чигарки. Ну хули, у меня времени свободного нихуя. Угу. Накидал. И все, и кузнец. Жди. Да. Дров напилил, наколол, блядь, и все. На смену наготовил. Накидал полные котлы. И ебашит. Потому что вода горячая, она нужна всегда. Uh-huh. Даже если сезон отопитель не кончается. Все равно один котел держит, потому что какие-то движухи там. Вода в больнице нужна горячая. Uh-huh. Она уже как не на отопление, а просто как горячая вода едет. Так. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, конечно, если он за полмесяца тройную, четверную зарплату поднял. Конечно, он счастлив будет. Чесал мне мозгу, говорит, собираюсь на вахту. Заебался, деревья. Пусть не мое. Как видите? 8 тысяч надо. А коммуналка? 5? Да, там нет никаких коммуналок. А, нет? За свет сколько нагорит, там ебать. И то там магниты, курить. Ну, сам его будет загладить государство. Деревенская хата, блядь, какая там коммуналка, блядь. Тепло, блядь, печь топил, потеплело, блядь. Вышел на крыльцо, огород, блядь, яблоки. Сам себе коммуналка. Да. Дров нарубил, заебись, тепло, а вот тебе коммуналка. Не нарубил, сам виноват. Да, пиздали. Я уже не... Ходили пехи, короче, собирали. Вообще конкретно дельники. Трактор тусовок они сняли и собрали из колхозного хлама. Вообще просто, блядь. Просто ничего. Знаешь? Ездит до сих пор. Колеса новые за 20-ку купил сзади. Стерлись, говорит, все старые. Дядька его там, Володя, погонял волнение. Волнение. Здоровый тип такой стоит, такой конкретно перекачанный деревенским топором, понял вот это вот? Дрова рубит там. О, да, понятно. Че? А, мне показалось. Мне показалось, что он бихи стоит. Ну, там дрова рубит, там сено там, короче, не сено, там косит, машет. На тракторе даже, да? Коля, дачники, привет, москвичи.
кто хочет, тогда вот сам попасть. Ему, когда есть было. Вот мне надо сейчас так же, блядь, 17 часов. Так все, лоу, попёк, по контракту я сразу с клубом похуярил. На лето уже нет, холодно бывает. И это, варенье варить, грибы варить, там и так далее, древата всем нужны. Даже летом. Вот. Все, и там телега. Это гидро ходит, гидромолот, который колет, понял, вот эти бревна. Такая хуйня, он поездом и раскалывает, мол, на много кусочек. Не до поролы убить, а да, я понял. Такая хуйня к трактору. Если бросаешь туда, это... Трактору прям подсоединяется, нет, вот там руками ее туда ставит, рычаг жмет, она прям опускается. И раз, на 4 там или больше? Нет, на 4, больше там, уже сам сварил, все, сам все делает. Вот так живет, типа. Четверо детей, блядь. Это, короче, родной брат его матери, Ленина. Конкретно вообще Волгенев, блядь. Просто. Ну он такой чуть недалекий, но работяга вообще конкретный. Все, любую железку на дороге найдет, все домой тащит. По-моему, может сразу на нее смотрит и знает, что из нее можно сделать. Куда ее можно приварить? Польза была. Я говорю, короче, у него трактор сломался. Я на мотоцикле еду. Вот. И мы, короче, едем, педаль велосипедная валяется, прикинь. Он говорит, остановись, я говорю, о, тормозов нет. Да похуй, и ногами, по-моему, вдвоем, по асфальту все чертим. Я думаю, что он там увидел-то, блядь? Развернулись, педаль поднял. Я говорю, ты прикалываешься, мы за педалью-то, блядь, тормозили здесь столько. Да, ты что, это же педаль? Да, ну, по-моему, целая педаль, я хуй знаю, куда там. Ну, просто на обочине, по-моему, он поднял. Просто педаль велосипедная, это разъебанная уже такая вся. Да это примастырил. Во дворе там у него просто такая груда металлолома, блядь. Я говорю, сдай нахуй металлолом, он стоит денег. Ты чё, все нужное, блядь. Помню, так как мы гараж, по-моему, помнишь, что разбирали? Да, да, да. От него добрался, блядь. Ты чё, блядь, все нужно. Такой тип вообще конкретно. Куркуль тоже редкостный вообще, блядь. В деревне я у него то ли 200 рублей должен был, блядь. И он мне каждый раз встречает, и как назло, по-моему, приедешь в эту углу, блядь. И денег нет. И как назло, этот Вова нарисовывается. Бля, ну что ты мне там не забыл 200 рублей должен? Ну пиздец, блядь. 200 рублей, блядь. А, последний раз я когда к ним заехал. Они знаешь, что мутили? Вот, когда я на мазе-то ездил, на станку поехали. В деревню туда посмотреть, дом все у него. Он говорит, давай типа к Любе заедем. А Люба это ее подруга, это вот мать, раз, вот этого. Ленина. Вот. Они, короче, впилят эти чубаки, вот такие березовые. А потом бензопилой нарезают. Не колят, а нарезают. Ну как-то, короче, это называется. Потом это полено, по-моему, поджигают изнутри. И оно долго горит. Готовят, какой-то заказ откуда-то у него, короче, там нарисовался, кто-то ему заказал. Вот. И стояла, короче, целая, ну, мне этот, как бы Ленин показывает. Стоит, короче, целый прицеп от фуры. И они вот эту хуйню пилят и в прицеп складывают. Я не помню, какой регион, но не Смоленский, короче, их ебеняет. Вот. Прикинь? Говорит, типа денег стоит эта хуйня. Эти пеньки, понял, напиленные? Да, я понял. Я удивился, думаю, нихуя себе. Они там уже пол прицепа, но мы ебашили, когда я видел эту хуйню. 50 минуты. Магнитами из речек бы вытаскивали, блядь. Все, по-моему, железо нахуя же в речках, мосты строили, там, ёбнуть, все было. По краям полей ходят, по-моему, раньше трактора были, там, гусеница разулась, тракторы, по-моему, гусеницы не излияли, були, там, бросили, все. Все, нахуй, по-моему, капнули. Алло. Да, добрый.
собираемся, но в ближайшие дни не сможем, уехали в командировку. Ага, а какой у вас автомобиль и что случилось? Ну, смотрите, диагностика, поиск утечки будет стоить 1000 рублей. Вариантов несколько, в любом случае найдем. Либо газоанализатором, либо краски зальем туда и посмотрим. Ультрафиолетик. Разные варианты есть. Можно и газоанализатором, и ультрафиолетовой краской. Вот. Ремонт. Да, ну если там трубка какая-нибудь запаять, если ну, не сложная, то тоже сможем запаять, там в пределах 2000 будет стоить ремонт трубки. Если там ремонт, если трубка ну, ремонту непригодна, да, то ну, трубку покупаете, сможем вам заменить ее. Заправка будет стоить 1000 рублей. А что-что? Ну да. Ну, выехать тоже можем, а вы территориально где находитесь? Впереди мобильный пост ДПС. Домодедовская. Ну, у нас выезд 1000 рублей стоит. Ну да. Да. Да? Да, хорошо, без проблем. Да, всего доброго. Алло. Да, здравствуйте. А, да. Подскажите, какой у вас автомобиль и характер поломки? Что еще раз вскрыли? Компрессор? Ага. Ага. Установить новый компрессор мы сможем без проблем. Заправить тоже сможем. Так, секунду. Мы промыть кондиционер на Mercedes Vito сможем? Конечно. Да, тоже сможем. Сколько будет промывка стоить? Полторы тысячи рублей будет стоить. Не радиатор, а системы кондиционирования. Промывка системы кондиционирования. Да, полторы все... тысячи рублей. Да, да. Полторы тысячи рублей будет стоить. Так, секундочку. Давайте я вас на громкую поставлю, чтобы не быть сломанным телефоном. Посмотри. Mercedes Vito двухконтурный.
в системе есть стружка от старого компрессора. Все правильно. Все правильно, да? Все, и да. Все это дело продуем газом. Продуем газом, да, это будет стоить... только газом это делается. И это будет стоить порядка 1500 рублей. Да, да. Уйдет килограмм газа на движение. Килограмм газа? Да. Конечно, это все делается газом под давлением. Это все делается газом под давлением, мы не первый день это делаем. Без масла это делается. Это делается без масла, газом под давлением. Потому что другие жидкости в систему допускать нельзя. Вот послезавтра можете подъехать в течение дня в любое время. Ну это в четверг получается. А это где? Это у официального дилера было? Процедуру, сами все поймете. Все хорошо. Угу, хорошо. До 7 вечера. В четверг, то есть. А, с 11. Я понял, все, да, всего доброго. Это они так разводят нехило. 25-80 тысяч. Просто берешь? Вот он у нас система начинается, да? От компрессора идет низкое давление и заканчивается у компрессора высоким давлением. Так? Вот это вся магистраль трубок. На низкое давление трубку затыкаешь, понял как? И баллон с жидким газом. Понял как? Баллон переворачиваешь, ты пускаешь газ, и оно вымывает нахуй все. Понял? Масло, все осушает. Все выкидывает все из трубок. Здесь есть кружку, все выкидывает нахуй. Но оно не промывает, оно все выкидывает. Все, что в системе внутри есть, все вылетает. Из радиаторов, из всех, из всего. Ни капельки масла, ничего не стоит, но это литр газа нахуй. Балды. Ну, значит, можно будет поднять стоимость. Литр газа 1500 евро. Да, 1500. Баллон пустой, там остался стоять самосушки, да? Да, вообще был. Мы его вакуумируем, баллон, и в него же и сольем. Со стружкой? Да. А зачем? Мой? Да нет. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение. Алло. 90. Нормально. Нет, вот подъезжаем где-то километров 20 до него, наверное. Да, я знаю, они вообще на нас не смотрят даже, других тормозят, нас с ним пропускают. А нам бояться-то нечего, мы трезвые, со всеми документами. Да все, пап, все, нет, не парься по этому. Да нет, нормально все. Первый раз, что ли.
тем более не один, а вдвоем вообще едем. Устал, один сел, устал, второй, ты первый сел, там, короче, по очереди. Да, ну, чем южнее, тем дороже. Да, хорошо, давай. Кую-кую и не накуривать. Это ж такие блатные стёлки. На иномарках едут. Все плачут бабок, нет. Про кого? Все вообще, про всех. Газ, он маслу не дает оставаться вот этому внутри. Из трубы промывает масло все. Ну что, эти какая-нибудь новая система, дорогостоящая. Кого? Ну, Тоглер там 25. Станция у них. Обычная станция бы этого типа у нас в основном. У нее есть один из режимов, короткая система. Закачивает газ и быстро его забирает через. А что же они так вообще безбожно такие цены объявляют? Вита, потому что. Как? Потому что это Mercedes Vita и наверняка не ставит. Да? Ну, год я не знаю, но это Mercedes Vita. Ну, вот код, нихуя себе машину стоит, блядь, под питание. Я считаю, что в четверг он там не едет. А, и до него Приора звонил. А, Приора, чувак, тоже у него машина в ремонте. А, там что-то какой-то, ну, поиск неисправности. Ему там бесплатно где-то что-то там продиагностировали, сказали, есть утечка. Где не сказали. Ну, за бесплатно и на том спасибо, а вот теперь за деньги надо ее найти, по возможности заделать. Ну, ну, ты слышал, что вот не будет получаться, то покупает новую трубку, меняем заправление. Да. А ты газку подбавил, нет, да? Нет, я скинул. Ростов-на-Дону 16, Краснодар 292, Новороссийск 498. Просто не хочу через грязное стекло, и поэтому ну что, можно будет обрезать. Так, все. Дальше когда у нас что-нибудь не все выполнится. Ну,
ну не совсем, конечно. А, блин, надо вот этой мадам позвонить. А, как ее? Алиса. Ограничение 70. Не, не Алиса. Олеся, ты мне говорил Олеся. Олеся, Олеся, просто тут вот Алиса откликается. А, навигатор. А, нет, скорее всего, не было, да, наверное, платные вот эти вот, то, что по бокам были. Туалет, душ, прачечная. Ну, на стой, что ли? Ну, да, он у нас вот где-то в стороне. Мы по объездной его обходим. Да, вот впереди немножко, но все равно на объездной его обходим. Платка еще будет, да? Ну вот я не знаю, она там платная, бесплатная. Включили, не включили ее. Хоть все 600 катайся. Мне надо это, отдохнуть немножко будет. Конечно. Думаю купить новый. Поставишь и забудешь про него. А перебирать это все комфорт, да. Конечно. Все, там даже там уже перебирать нечего, да. Там сгорели и щетки, и сгорел якорь. Там живого в этом ставится ничего не осталось. А втягивающему еще до этого пиздец был. Так что там остался только корпус этого. Никуда не ставить. Вот не слушайте никого. Купи какой-нибудь неоригинальный, нормальный стартер по отзывам, почитай. И будет он служить, и будет нормально все. А это говно через две недели опять наебнется и опять поешь перебирать. Все хуйня. Ну, блядь, да, снять, поставить, запчасти. Два раза перебрать, это будет дороже, чем новый, чем один раз новый поставить. Да, да, и все вообще, даже и забудь про него. Так что, ну, тут такой совет просто. Не
сэкономишь. На этом не сэкономишь. Это электрооборудование, которое все равно сожрет. Свое сожрет все равно. Ну да, да конечно. Да как новый телевизор, да и все, чем это приедет. Да нет, конечно. Да нет, наверное. Ставьте в это же не электронная плата, где там чикать какой-то можно кинуть. А ставьте в это болванка железная, блядь. Ничего страшного. Не парься. Завтра? Завтра в Москву поеду. Нет. Нальчики. Да. Поеду там, где нам. По бизнесу. Ну так, по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Точнее, наверное, лучше после завтра. Завтра приедем уставшие, а послезавтра уже отдыхаем. Да? Ну давай, ладно, покупай тогда еще, по-моему, пересечемся где-нибудь. Ага, давай. Спортсмен, старый тебя не уехал. Совсем прям отсох. Ехали, вот мы сейчас проезжали этот магазин, ехали однажды зимой, с папой перегоняли машину, вот эти вот как раз новые Corolla, прям новую в салоне получили, я RAV4, он Corolla, погнали в Крым. По дороге у него замерзайка, и форсунка, которая крепится в этот в капот, из капота она, по-моему, там торчала. Пластик, форсунка вот эта вот просто выбила ее, и она по дороге потерялась. Новая машина. Так что что вы делали? Ну, остановились, открыли капот. Через 500 метров съезд. Поверните дальше. Да, дальше, мне кажется. Остановились, открываем капот, шланчик лежит, из него вода, ну, нажимаешь, из него вода льется, а самой этой фигни нету. Искали, ну, там на защите, там где-нибудь под капотом пространстве, нифига не нашли. Звонили клиенту, они тоже были удивлены, как вообще такое могло произойти. Просто новая машина и вылетела вот эта вот форсунка. Ну, короче, по дороге пытались решить эту проблему. Я обзванивал, вот, сервисы заезжал, официальных дилеров обзванивал, есть ли в наличии эта форсунка. Ну, чтобы купить, господи, ну сколько она там стоит? Ну 1000 рублей, наверное, у официального дилера она, наверное, стоит. Нифига, ни у кого нету в наличии. И так куда вот. Я нахожусь в Ростове, звонил в Краснодар заранее, да, то, что мне там до Краснодара еще пилить и пилить. Нифига не нашли. В итоге в Крым так и отдали без форсунки. Завязали узелком этот шланчик, чтобы не вытекало. И там уже в Крыму сами заказали и установили. То есть они уже сделали? Да, клиент сам сделал. Но, блин, наша вина вообще никакой не было. Просто на ровном месте взяла и вылетела. Может, брак какой был, я не знаю. Может, бухты военные. С полигона. Или на полигон. Блин, бассейн хочется на даче. Сначала дачу. Впереди город. Ограничение 60. И вот здесь, помню, в Окса я обзванивал, здесь полно этих магазинов. Надо по применяемости посмотреть, возможно, на предыдущей модели какие стояли. Да, спрашивал у дилера, что-то не получилось, короче, у нас найти.
просто вспомнилось, вот рассказал. Вот в легкую сам смогу поменять, за исключением сварочных работ. О, слушай, мы поехали таким путем. По-моему, мы будем проезжать всякие эти рыбные, не рыбные, не знаю, как их сказать. А, нет. Где-то через мостов надо было ехать. Короче, там какие-то водоемы. Базы всякие, отдыха были. Это если через Ростов не хотим, мы поехали через свои. Так, ладно, что, позвоню я этой мадам. Сколько там билет был, не помнишь? 8 утра, по-моему, да? Вылет. Погоди, как это нету? Это два билета за 3,099, а не один билет. Стоимость перелета за всех клиент, блин, 10,45. Впереди камера. Ограничение 90. 10,45. Или так и было, 10,45, нет? Может, сейчас уже купить их, а? Там успеем. А? Успеваем. 10.45. Завтра утра в 10.45. А давай посмотрю на сегодня, может, что-нибудь появилось. А, не, на сегодня не получится, потому что... Был бы какой-нибудь перелет, знаешь, там в 2 часа ночи самолет. Это было бы удача вообще. Да, но таких нет. 20.50 последний вылет и стоимость 4.600 один билет. Если в 10.45 вылет, в 9 мы должны быть в аэропорту, в 8 мы должны выехать из... Нальчика. В 8 мы должны выехать из Нальчика, в 7 мы должны сдать тачку. Либо на 7 утра с ней договариваться, либо сегодня вечером ей передавать. Да? Это так. Лучше на 7 утра. Почему? Чтобы там...
тачки нам поехал. Блин, 2700. За сколько? А? Это вот 1045. Уже 300. Что за фигня? Типа больше билетов берешь, дороже стоит. Мы можем еще и не из Минеральных Вод поехать полететь. Не знаю, может еще до Краснодара доедем. Олесь, добрый день. Вам удобно говорить сейчас? Да, Олесь, я хотел с вами согласовать дату, время передачи автомобиля. Скажите, пожалуйста, я сейчас... Что еще раз? Сейчас мы пока еще далеко находимся, проезжаем Ростов. Нам еще 600 километров до места. То есть приедем мы в Нальчик довольно-таки поздно, уже будет совсем темно. Поэтому я думаю, я сейчас пытаюсь билеты подобрать обратно, ну, на самолет, как нам добираться. Скажите, пожалуйста, я вот нашел билеты в Минеральных Водах, там в 10.45 вылет. Но чтобы мне в 10.45 быть в аэропорту, мне желательно где-то часиков в 7 утра передать вам автомобиль. Не рано ли это будет для вас приемлемо? Все, я понял, отлично. Мы тогда в 7 утра вот по этому адресу Богдана Хмельницкого, 36, по-моему, да, вы говорили? Да, будем на месте. У меня к вам просьба. Вы можете, пожалуйста, вам Александр отправлял акты приема передачи пустые? Да, в трех экземплярах распечатайте, пожалуйста. Ага. Все, спасибо большое. Мы тогда в 7 утра на месте. Угу, все. Все, договорились. До свидания. Все, назад в 7 утра, то есть я сейчас уже покупаю билеты, правильно? Угу. А то они что-то это... Да, жарят на глазах. Как-то да. И смотри, какая фигня. Я смотрю один билет. Ага. Сейчас. А билет один другой? Нет, я смотрю один билет, стоит 2700. То есть два билета это 5400. Ага. А он мне выдает два билета за 6100. Один продается билет, остальные билеты дорожают, потому что их меньше осталось. Ну это же не нормально. Так, а давай-ка мы еще раз, знаешь, что посмотрим? Из Нальчика. Может, кто-нибудь что-нибудь сдал? Нальчик, Внуково на сегодня. Два билета найти. Нету. Внуково на завтра.
11.55, 3600 стоит. Один. Да, один билет. За два билета 7200. Значит, это не наш вариант. Значит, наш вариант все-таки 7200. А если мы поедем до Минвод, на этом, на такси, то мы потратим тоже больше косаря. Может, проще тогда за 7200. Я тоже, да, уже об этом думал, но тут еще время вылета. Мы позже в Москву прилетим. Да? Алло? Давай. А секундочку, гаишники. Ребята-партнеры, они, ну, подъедут и сделают. Они именно, ну, занимаются профессионально этим. Вот, чип-тюнинг именно на прошивка под Евро-2. А машина, напомните, какая у вас? А, Шкода Октавия. Я могу уточнить сейчас, кстати. Я просто не знаю точно, она делается через разъем или это нужно блок снимать. Там два варианта. Ну, одни машины через разъем прошиваются, а другие блок управления двигателем снимают, подпаиваются туда, перекодируют все это дело и устанавливают на место. Ну, лаком заливают заново плату. Вот. Давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас вот ребятам позвоню, уточню у них. Вот. Вы не могли бы мне тогда скинуть смс-кой, чтобы мне им перекинуть год выпуска, объем, количество лошадиных сил? Могли бы, я тогда ребятам перешлю, они мне уже точно скажут, сколько стоит и как делается. Все, как, ну, скините, я сразу же сделаю. Угу. Да, давайте. Так, дядь, я беру. За 7? А? За 7? Нет, из Минвод. Потому что мы раньше прилетим в Москву на частном аппарате. А что нам этот час взять? Если он стоит косарь, этот час можно сейчас подождать. Раньше в Москву вернуться не. Да что там сейчас раньше, чем будет? Так. Зато косарь. Это то же самое. А, ну мы косарь так потратим либо на такси, либо на билеты. Зато мы не поедем в Минводы, а просто сядем дальше и все. Не вот это, а бегом обманывали. Смотри сам, я отвечу. Сейчас, там это выглядит еще. Почему он выдает только заграничный паспорт? Зачем мне заграничный паспорт? Вид документа, свидетельство о рождении, заграничный паспорт. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Еще раз, или 6200 мы платим, а с учетом такси 7200 и 600, 7800. И мы в час дня в Москве, в одно коло. Или же мы летим из Нальчика, сейчас, так, летим из Нальчика, 1 июля. Сейчас довыпендриваем.
вернемся. И вообще, блин, из Пятигорска полетим. На эссе не до этого. Слушай, в Пятигорске что же есть аэропорт? А, нет, Минводов он. А до Пятигорска сколько от? От чего? Ну, смотри, вот Пятигорск и Минводы, они рядом. До Минеральных Вод 127 мы смотрели, а до Пятигорска, ну, 100. Но в Пятигорске нет аэропорта. Аэропорт в Минводах. Слушай, аэропорт прям рядом там находится. По одной мы пешком дойдем. Нальчики. Смотри, у нас точка высадки. И вот он аэропорт. Вот что, про что я тебе говорил? И в поездок на них столько метров, по такси. Какого хрена? Вот смотри, если посмотреть. Билеты, там, я не знаю, через неделю, да, они стоят 2000 рублей. Да. Страхуются, заранее забивают самолеты. Ну да. А потом, когда билетов уже остается мало, они начинают завышать цену. Надо купить сегодня. Ну, надо понять, есть, сколько мы выезжаем. Даже при самом хуевом раскладе, даже если колесо проколем, все равно будем. 10 до железобетона. Там, правильно? Нам осталось ехать 6 часов. Там было 7800 с учетом такси, и в час дня мы в Москве. А если мы из Нальчика, 7200, и в 2.15 мы в Москве. Короче, я беру из Нальчика на 11.55 без пересады. Часик там позже. 600 в 11.55 вылет 1 июля. Сегодня у нас 30-е, правильно? 30-е. 1 июля это завтра. Так, один раз без пересадок. Все. 7198. Нехило, так я тебе скажу, билетики стоят. Угу. Так, добавить клиента. Клиента. Куприянова. Сергей. Алексеевич. Куприянов Сергей Алексеевич. Гражданство России, гражданство полное, дата рождения.
22 ноября 1980. Так, 22 ноября 1987, вид документа, паспорт РФ, серия номер 6610, сейчас не говори. А то я уже подзабывать начал. Проверил все, верно? Ага. Ну да, я в принципе уже сам вспомнил. Она как-то выглядит начала. Может, коней? Слушай, а я свой паспорт сук назвал? Чего не назвала? Так, закрыть, сохранить. Электронная почта. Какой? Какой поезд, да, походу? Клиент может бесплатно перевести в салоне самолета ручную кладь и вещи из пункта 135 А82 суммарным габаритом не более 36 на 30 на 27. Остальной багаж необходимо оплатить. Закажите багаж через приложение. Это выгодно. У нас рюкзак подходит так 36 на 30. А вот я не знаю, померить. Ну что-то как-то не очень он подходит. Больше там. Полметра где-то. Да, сомнем пополам, под мышку все, это наша сумка. Стоял чувак в гражданском, который этот, винты тормозят, а потом отправляют с гражданским договариваться. А я превысил там немного. Он как, у него 290, ему не меньше, да? Да. И должностное лицо. Так, багаж нам не нужен,